Демография Максима Щеголева пополняется бесперерывно. Фактурный мужчина, хорош в любой ипостаси, будь то член преступного сообщества или сотрудник спецслужб, хитрый адвокат или олигарх, сейчас, признается актер, у него есть все, о чем можно мечтать. Дети, любимая женщина, работа. Успевать везде нетрудно, когда дело, которым занимаешься, доставляет удовольствие. Хотя порой, когда наваливается усталость, Щеголев сожалеет, что в сутках только 24 часа. Как и профессиональная, так и личная жизнь Максима весьма насыщена и разнообразна. От первых серьезных отношений с актрисой Татьяной Солнцевой в 2002 году родился сын Илья. Первой и пока единственной официальной женой Щеголева считается коллега Алла Казакова. Эти отношения долгое время держались в секрете, ввиду того, что актеры трудились в одном театре. О том, что Максим и Алла вместе, стало известно после того, как пара сочеталась с браком, в котором спустя время появились дочери Мария и Екатерина. Но в 2010 году семья распалась, после чего начался трехлетний союз с Юлией Зиминой, исполнительницей роли чувственной красавицы в мелодраме «Кармелита. Цыганская страсть». По слухам, девушка хотела ускорить расставание избранника с супругой, опубликовав совместное фото в Инстаграме. В итоге Щеголев ушел из семьи, но и с Юлей не остался. Артист весьма неохотно делится с представителями прессы подробностями личной жизни. Однако журналисты выяснили, что Щеголев встречается с актрисой и певицей Тионой Дольниковой. Они скрывали как отношения, так и факт рождения в марте 2017 года сына Луки. Мама мальчика работает на две страны – в России и Америке, возит ребенка с собой. По словам отца, на вопросы, заданные на русском языке, Лука не откликается, а на английскую речь реагирует сразу. Максим считает Тиону женой. Пара строит дом, а единственное, что расстраивает – Дольникова никак не разведется с американским мужем Джошем. Сама певица утверждает, что просто не доходят руки собрать бумаги. С женщинами, подарившими ему детей, Щеголев сохранил хорошие отношения, хотя признается, что пришлось потратить много сил, времени и нервов. Сыновья и дочки дружат, даже мамы перезваниваются и встречаются при необходимости. Инстаграм многодетного отца посвящен работе, но изредка там все же попадаются фотографии близких.